Мы находимся в папуново Гвинее, деревне Гумбу, берег Маклая. А мужчина и женщина стоят напротив своей хижины. Это лидер племени, и на нем набедренная повязка, называется маль. На женщине юбка из бахромы, называется най. Изготовлена из растительных волокон, а из украшений носимые на руках плетеные браслеты сагью. На шее бусы. У мужчины также на шее жерелья булера из клыков дикой свиньи. Ну а на головах закреплены белые перья. Это традиционный наряд для этого региона.